хотела бы сказать, что вот для меня это очень новый опыт, и это прекрасный театр, и вот какие-то невероятные профессионалы здесь работают. Но вот еще это место, где тебе хорошо. Вот ты идешь и знаешь, что тебе будет хорошо. И даже если тебе очень страшно или ты очень устал, тебе точно будет хорошо. И спасибо вам большое, и спасибо, Сергей, огромное. Я бы хотел сказать, ну, поблагодарить вас всех за атмосферу, за... Ну, это для меня новый опыт. Я никогда раньше не ел в таких подобных кружках, курсах не учился. И мне было очень приятно, на самом деле. Очень много я почерпнул знаний отсюда, которые применяю. То есть очень много чему можно научиться. Я совершенно не какой-то там опытный человек. Это все неправда. Я такой же новичок, как и все. И я постоянно чему-то учился. И от ребят, и от преподавателя Сергея Рубашкина, просто гений. И я бы хотел поблагодарить весь преподавательский состав, весь руководящий состав. Вы очень классные, веселые, задорные, улыбчивые всегда и гостеприимные. И особенно хотел поблагодарить всех ребят, вот с кем мне довелось учиться здесь. И спасибо вам за атмосферу вот эту вот веселую, непринужденную и немножко шальную. Я хочу сказать, что сюда всегда приятно приходить, здесь находишь друзей, здесь прекрасный коллектив, здесь всегда отлично. И чувствуешь, когда на работе уже вот прям тучи над тобой сгущаются, эмоции надо куда-то выплеснуть. Приходишь сюда и уходишь отсюда просто ангел на самом деле. Реально, ну честно, спасибо.